Всем приветик! Ой, что у меня будет, ой, что у меня будет. Все, наверное, поняли, но нет, сегодня не манты. Манты скоро тоже будут на днях. А сегодня будем кушать вот такие дампф-нудель с ванильным соусом. Да, ребята, это очень вкусно. Вот такой ванильный соус я покупаю. Иногда прям вот охота сладкого, вот реально, я не знаю, что это, нервы или что, но такое у меня всегда есть в холодильнике на тот момент, когда нет настроения, нет сил варить, да, или когда пришел с работы и не знаю, что поесть, такое вот выручает. Покажу потом. Они быстро делаются, 10 минут в мантышке, и все готово. Просто поливаем ванильным соусом и кушаем. Это очень вкусно. Кто-то добавляет еще варенье. Кстати, вот нарисовано. Кто-то, у меня муж любит так, еще сверху варенье добавляет. Вот водичка закипела. Отправляем кастрюлю и закрываем крышкой и 10 минут не открываем, и потом кушаем.